Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут София. Я охрипла, я замерзла, я ехала под снегом. Конец апреля, друзья, конец апреля. Весь день льет дождь и падает снег. И плюс 3, иногда плюс 2. Вот, я замерзла, я устала. Но мы с Ватсоном решили снять для вас распаковку. Волнительную. Это, друзья, новые парфюмы, которые я схватила, друзья. Я даже не знаю, с чего начать. Давайте я начну с самого главного. Это посылка от Елены Читоки, парфюмерного блогера, который, я думаю, знают все те, кто увлекаются парфюмерией. Елена замечательная девушка, преподаватель, коллега мой, моя коллега, так правильнее. Вот. И я давно подписана на Елену, я давно ее смотрю. Иногда не успеваю отсматривать YouTube, но я подписана на ее Instagram, и уже в Инстаграме я все смотрю, все сторис, все посты читаю, все. И у Елены время от времени появляется расхламление, как у всех у нас, на нас находит, и мы прощаемся с парфюмами. И вот я несколько дней назад смотрю сторис, ну и там что-то, какие-то флаконы появляются, и я такая себе говорю: стоп, так, вернемся, посмотрим, что там. А там, друзья, парфюмы, о которых я очень давно думала. Я даже не могу сказать мечтала, потому что эти парфюмы сейчас нигде не купишь, они не продаются этой снятости. Вот, друзья, это во-первых. Во-вторых, это роза. Это про розу парфюмы. А вы знаете, что у меня последнее время на тему розы большой интерес. Вот, и я тут же написала. То есть я поняла, что если я скажу, ну нет, наверное, потом я себя буду пилить, корить и обвинять, что, в общем, все не так, все неправильно. Короче говоря, друзья, я написала Елене, и у меня в руках уже посылка, друзья. Сейчас вот, и сейчас я прям при вас все буду открывать. Обычно я всю черную работу оставляю за кадром, потому что я мастер-открыватель самого низкого разряда. Ну, друзья, просто уже надо. Мы как-нибудь там скорость увеличим, покажем, что будто бы быстро все было, как будто бы все случилось мгновенно. А на самом-то деле я буду открывать сутки эту коробку. Я устала. Я так устаю, честно. Мысленно я для вас сняла очень много видео. Очень много. Я не знаю, с какой стороны мне открывать эту коробку. Вот, я мысленно для вас сняла много слепых затестов, много новых флаконов, какие-то парфюмерные подарки, друзья. Но, это все было в моем воспаленном воображении. Друзья, значит, о чем идет речь? Это парфюмерная марка, которая называется, если я не ошибаюсь, It Dozen Roses. Вот. Это американская нишевая марка, которая вроде как про розы. И здесь 3 парфюма. Сейчас, друзья, пошуршим пакетиками, пупырочками и всем остальным, что прилагается. Парфюмы в очень красивых флаконах, друзья мои. И, друзья мои, смотрим. Вот такая красота. И вот такая красота. И это у нас влюбленный Шекспир. Ах, вот. Влюбленный Шекспир. Шекспир. Так, друзья, очень тонкое распыление, тяжелая металлическая крышка и такая красота. Я потом сниму для вас, конечно, обзор. Это очень необычный парфюм, нелегкий, с довольно маслянистой розой, но, опять же, мы спишем мои первые впечатления на то, что парфюм все-таки ехал, трясся, и погода была не очень. Это какая-то очень тонкая история. Вот эта тяжесть розы ушла,
И это что-то похожее на ноты, не помню. Это что-то похожее на крем, на уходовое средство, очень дорогое, очень нежное. Очень красивая древесная основа. Очень согревающий эффект от этого парфюма. Хотя я думала, что это довольно такая эфемерная, такая легкая какая-то композиция. Нет, и это ни на что не похоже. Ничего подобного у меня нет. Друзья, буду думать, буду анализировать, но хочу сказать, вот в такую погоду, пожалуй, это очень хорошо. Возможно, в жару это тоже интересно. Посмотрим, друзья. Посмотрим. Будем приноравливаться к этому парфюму, будем приспосабливаться к этому парфюму. Как же мои коты будут счастливы, что в их жизни появилось много всяких пакетиков. Они скажут Елене спасибо, они уже говорят Елене спасибо. Лен, зря волновалась. Все дошло великолепно. Angel Face. Посмотрите, какая здесь красота. Какие же флаконы красивые. А здесь, здесь совсем все другое. Ой, божечки. Как же это красиво. Эти розы, они... Я потом сделаю вам фотографии, друзья. Это необыкновенно красиво. Так себе обзорчик. О, как красиво! Это необыкновенно красиво. Это красиво, красиво, прекрасиво. Ну, друзья, давайте начнем уже тестировать. Angel Face. А вот это очень легкая, очень воздушная, очень мускусная роза. Хотя и не по мускусным розам, друзья. Я здесь слышу фруктовость. И вот это вот абсолютно моя история. Даже приспосабливаться не надо. Angel Face. Вот как бы выглядел этот лик. А вот так. Очень легкий, очень светлый, с улыбкой, позитивный. Вот, пожалуй, по моему состоянию. Рося, Росечка, не надо, пожалуйста. Нет, Лайза, нет. Вот, пожалуй, друзья, по моему состоянию, по моей какой-то измотанности, вот это вот то, что мне нужно. Я хочу именно этого. И мне кажется, я подспудно хотела именно этого. Мускусные розы, как мне показалось в последнее время, это не совсем моя история. Розы, да, вот такие вот легкие мускусные нет. Абсолютно моя история. Абсолютно. Да, и Dozen Roses. Красиво. Воздушно. И вот, вот просто мое. Просто мое. Вернемся к Шекспиру. Шекспир ушел в гурманику. И знаете, что я вам скажу? Я как человек, который не ест глютена, не ест углеводы, но имею хорошую память. Так пахнет свежеиспеченный кулич. Даже не так. Так пахнет свежеиспеченный штолен, в котором прекрасная пропитка, изюм, вот это вот все. Вот прям прекрасная, прекрасная гурманская такая история про выпечку. Наверное, те люди, которые знают этот парфюм и слышат его иначе, хихикают и говорят: господи, нашлась тоже нам тут эксперт. Друзья, я не тот человек, который будет претендовать на экспертное мнение. Я тот человек, который будет говорить, что у каждого свой носомозг, друзья. Вот сейчас мне это нравится все больше и больше. Эта кремовость, она присутствует, но вот этот вот штолен, он меня радует, друзья. Вы думаете, что здесь два флакона, а здесь три флакона? А здесь три флакона, друзья. И как-то и для вас тут пакетики, пакетики, пакетики.
Так. Друзья, ну уж я вам пакетики не показываю. Так, так, так. Шуршим, шуршим. Шуршим, шуршим. Шуршим, шуршим. Друзья мои, посмотрите, как это красиво. Как это красиво. И что же это у нас? Электрон. Электрон, дорогой электрон. И куда бы нам этот электрон брызнуть-то? Слушайте, крышки прекрасные. Вот прекрасные, тяжелые, металлические, с розочкой. Вот, электрон. Мы где-нибудь подвинемся к локотку. Вот. Аж три сделали распыление. Это весна, которой нет на улице. Это очень зелено. Это тоже очень воздушно. Я посмотрела видео Елены про электрон, и она там говорила, что это розовый куст после дождя. Ну, в общем, это на самом деле розовый куст после дождя, и мне пахнет не столько даже розой, сколько мне пахнет дождем, зеленью и всем тем, что растет рядом. И, по-моему, вот на что-то такое претендовал бы Тироус. Но в моем, вот этот распиаренный, но в моем на самузке не сложилось с ним вообще абсолютно. А вот это? А вот это как раз та самая история, но это история с раскрытием, поскольку там слышатся сейчас какие-то цветы, и мне кажется, даже ягодность какая-то появилась, но старт вот именно ты стоишь после дождя рядом с розовым кустом. Друзья, буду знакомиться, расскажу вам обязательно. И я так подозреваю, что... что? Angel Face и Electron – это вот прямо те парфюмы, которые пойдут в расход прям вот-вот-вот. Потому вот я ждала чего-то такого, я хотела чего-то такого, и как-то все сложилось. С Шекспиром. Появился, по-моему, это сандал. Появился сандал довольно спокойный, но вот этот вот шторин не уходит. Сандал чуть солоноватый, мне кажется. Старт был тяжеловат, сейчас прекрасно. Друзья, все. Все, я закругляюсь. Все в нетерпении, всем надо есть, спать и обниматься со мной. Друзья, друзья, я встаю на путь исправления, я буду снимать видео чаще. Я всех обнимаю. Берегите себя, пожалуйста. Всего доброго, до свидания.